Какие ожидания от встречи с крыльями Советов? Ну, я думаю, что будет очень интересная игра. Вот, мы собираемся дать очень серьезный, настоящий бой вот, в этой игре. Мы ожидаем, что будет очень много болельщиков, потому что, ну, во-первых, в Самаре любят футбол, во-вторых, я думаю, болельщики самарской команды тоже следят и за чемпионов ФНЛ, и в особенности и за нашими сериями, которые мы выдали. Вот, поэтому, я думаю, будет очень, очень хорошая игра, вот, и как бы назвал бы, что это центральный матч тура. Ожидаешь ли, что самарцы не будут запираться всеми силами на своей половине поля? Ну, конечно, это самая играющая команда ФНЛ, вот, и она доказывает это. Выиграла больше всех матчей, в весенней части вообще ни разу не проиграла, не потеряли очки, не сыграли ничью. Вот поэтому, еще раз повторюсь, нас ожидает очень интересная игра. Такие матчи по-особенному мотивируют? Ну, давайте я скажу так. Нас мотивирует наша эмблема, и нас мотивируют наши болельщики. Вот, поэтому для нас каждая игра – это как последний бой. Как считаешь, этот матч станет показателем уровня нашей команды? Ну, по одной игре не судят. Вот. Все-таки чемпионат – это длинный отрезок. Вот. И, естественно, нам будет очень интересно проверить себя, проверить свою команду в игре с командой, которая занимает первое место на данный момент.